Итак, решили мы поговорить сегодня о серии Mass Effect, обозреть, потому что мы увидели на стене ублюдка 671, что кто-то попросил его сделать обзор на эту игру. А поскольку он тупая тварь, в такие игры не играет и вообще ни одной игры не прошел, придется нам делать, что мы его как бы добрая сторона, расчлененная Богу Сатаны, вот. Mass Effect — это вообще пиздец. Она эксклюзивом была изначально для Xbox 360. Я ее первый раз прошел на Xbox. Все от этой игры как бы так считали хорошей игрой. Ну, она как бы, ну так, ну она понравилась за то, что там есть какая-то свобода действий. Дух чувствуется вот в «Звездных войнах». Я вот их тоже прошел на первом Xbox. RPG, которая, как она называлась там, не помню. Вот. Только с пушками. Причем вот то, что они сделали с пушками, РПГ, это вот примечательный вариант, потому что раньше такого как бы не было, чтобы РПГ со свободой действия и пушками. Мне она как бы не очень понравилась, пока я ее не прошел. Там уровни очень, дизайн уровня такой слабый, все уровни пустые, как бы оружие бесконечное, это тоже не очень. Много бесконечных предметов совершенно сделали, просто не понятно зачем. Игра заканчивается быстрее, чем все перепробуют. То есть, знаете, как там лучше было, там проще врубить было легкую сложность, да, чем ставить средний и по часу, или там каждые полчаса копаться в этих предметах, там, определять, что лучше, лучше что-то одевать, там что-то выбрасывать, там что-то не использовать, что там даже выкидывать. Поэтому, ну, находит, прикольно было кататься, так стреляешь, что-то так. Что-то новое дает, там вот такие открытые пространства, новых амбитов, ну вот. И вот Mass Effect 2, он, честно говоря, намного круче, чем первый, могу сказать, точно, это пиздец просто. Еще больше свободы действий, там больше напарников, выборов, и уровни побогатели гораздо. Хотя им все равно чувствуется, это просто какие-то коридоры. То есть не как КВН-ку сделали, например. Дизайн еще хромает. Сделано гораздо лучше, там луноход убрали. Да, убрали их, может это и правильно, но что как бы они баланс там меняли. Рушили луноходы. Сделали мини-игру целую с бронью минералов. Довольно интересная, можно сказать, игра радаром, так сказать, минералов. Да, и команду, вблизи, как бы, с командой. Теперь каждый член команды тебя просит что-то сделать. И тогда он становится лояльным. И чтобы там сохранить в живых себе всю команду, надо как бы это... Все, чтобы было лояльно, еще правильно выбирать. Я когда первый раз прошел игру, у меня двое, по-моему, сдохло. Я так и не понял, почему. Хотя все вроде как бы делал правильно. Они все прокачаны, все корабли прокачаны, все. Но непонятно, почему там двое даже сдохло. Вот, а там вообще концы есть, если вообще все сдохнут, или ты сам умираешь там. Просто реально их нет, здесь крутая там. И сюжет такой тоже. Опять же, что третья часть будет ясна, даже более ясна, чем в первой части. Там реально, вот там что хорошее, там вот в этой еще Mass Effect. Да, по-моему, это даже во втором Mass Effect появилась такая фишка, что когда ты говоришь, да, да, точно, во втором, в первом не было такого. После этого начал я копировать всю эту фишку. Когда ты говоришь и нажимаешь кнопку, и он производит какое-то действие, там, например, объяснение или это. И как бы получается, ты не просто заставку смотришь, да, тупо ждешь, да, когда он закончится, когда он пиздит и заткнется, а еще смотришь и ждешь, блядь, мало ли как бы подвоха, там, все нажать там. И Mass Effect это супер игра, когда первый раз смотрел, но скажу, что когда я второй раз проходил, даже со всеми DLC зонами уже играть было неинтересно. То есть реально. Ну, поскольку уровни однообразные, коридорные все, пустые, ничего у них нет, все равно, несмотря на то, что был гигантский прорыв. Не гигантский, большой с первого. Ну, хорошо, что сделали, что нормально сделали боевую систему. Вот. Конкретно, чисто.
сделали патроны, там ввели, ну, типа патронов, заменители, которые так и до сих пор не понял. Вот, я три раза прошел там, как они работают. То ли ты собираешь эти всю энергию всех оружия одновременно заполняет, то ли ты, которые держишь, просто. Ну, то есть, и главное так сделано, что ты вынужден переключаться перед оружием, между оружиями постоянно, чтобы тебе хватало патронов, а не как в первом, где раздражало, что оружие бесконечно и выглядело как-то не свирепо, а тут так и это, ну так, и апгрейдишь там нормальный, и все там, очень много там, все замешано, в основном вот на той команды, то есть, а ты, и одна миссия, там фактически же одна-две миссии, просто сюжетных, остальные ты команду собираешь, там минералы делаешь, там это, там, Illusion Man этот, это же это, вот, крутая игра, да, убрали все лишнее, что очень понравилось, всю эту хрень не нужно убрали, там, броню убрали нахер, блин. Лучше вот это вот все это говно, Dragon Age, там нахуй, блядь, Готика 4, вот это вот ебаное говно, блядь. То есть круче Mass Effect, вот только Fallout 3 и New Vegas. Потому что сейчас нормально таких не выходит RPG конкретных таких. Потому что Mass Effect супер, она и современная, и вроде как-то это вписывается, даже все оружие в реальном, знаете. Там, да, вот, там можно летать прямо на корабле и исследовать галактику. В первом Mass Effect ты просто выбирал, туда корабль летел, там не так много планет было. То тут так это и ну, все так. Музыка очень крутая вообще. Просто, особенно в конце, там и везде. Нормально поработали. Надо сказать, в серии Mass Effect, в отличие от, от Звездных войн, RPG, или как он там называлось, там ты все равно, несмотря на то, что злой, ты все равно хороший. Просто у тебя такие методы достижения добра. То есть, например, ты не убиваешь там свою команду, не убиваешь всех там, ты на сторону зла не переходишь. Несмотря на все, что даже внешность у тебя изменяется. Так что этого особого-то значения это там не имеет. Я, например, вообще, когда проходил, почти прошел за первым аспект, даже не понимал, что там такое. Отступник там и это, типа служитель там, типа что-то там. И я заметил, вообще на последней миссии фактически мне добавили, даже не понял, что это мне добавляет. Такой, думал, какой-то квест появился, он какие-то очки зарабатывает. То есть это настолько сделано, так как бы это не имеет значения никакого, так просто посмотреть. Поэтому особо не имеет значения. Даже начало в Mass Effect, ну, крутое, вот, сам по себе такое, не в каждой игре бывает, что убивает твой главный герой. Это, конечно, и в Call of Duty Modern Warfare первым, наверное, появилось такое. Правда, это был не твой герой совсем, просто ты думал, что это твой герой. А тот его еще воскрешают, это самое, да. И еще, конечно, заслуга игры, что сделали все, что все в реальном времени сразу, то есть никак... В этих «Звездных войнах», где там пошагово частично было там что-то там. А хотя тут тоже так вообще-то там, когда оружие... Ну, это не считается, думаю, это просто привлечение оружия. Так, так что все в реальном времени происходит, и так нормально. Играет они, а только лучше от этого становится. И очень круто стало, вот, и перестрелки гораздо круче даже, чем в первом Mass Effect стали приятные. Приятно из оружия стрелять. Так что круто, то, что включилось, то у тебя если сейф от первого Mass Effect осталось, то твои действия переносятся во второй Mass Effect, там, типа, если ты убил Альянс, то его там не будет уже. Если не убил, то будет. Но особого это принципа не имеет ничего такого на игру. Просто как бы приятно там посмотреть, что это все как бы связано. То есть как будто.
одну игру разделили на три части. А может и четыре, а может и пять. Кто знает, сколько они там придумывают еще. Там озвучки очень много, там так нормально. И простые варианты диалогов, там хороший, добрый, плохой, типа, там, ну как бы, не как, допустим, запутано там в том же Fallout'е старом или в этом же в Звездных войнах вот этих вот. Звездные войны вообще крутейшие, вот она была вообще шикарной игрой. На первом Xbox играл первую, крутую всю прошел на один раз, вторую мне не так понравилось, как первая. Фу. Там вообще вот впервые была такая применена свобода действий, вот реальная, там что добро, зло, там это, и открытые пространства были, и графика хорошая. Эксклюзив тоже был на Xbox первом, вот, и вообще лучшая приставка этого поколения, Xbox все равно считает, потому что даже эксклюзив. В общем, смотрите вот наши каналы, создавайте свои каналы, прикачивайте наши ролики, говорите, что вы это я это вы. У нас все общее, у нас единственная цель распространить Абдулла верования, которое делает добро через карание зла. То есть, а и видео мы будем этим заваливать, вот этими обзорами, все, чтобы вот, как бы, должна какая-то точка отправления, наверное, начаться, точка карания, уничтожения зоны, там, чтобы поведать миру Абдулла религии, об ее истинности и правильности. Потому что, если бы это она была неправильная, столько народу бы, наверное, не вступало к нам в церковь. И не работало бы так, как все это же. Все же вообще самая быстрорастущая религия на планете у нас уже. Самая научно-доказанная, самая верная, самая правдивая, самая полезная, пользу приносит. Это все, все. В школу. Наша церковь в школах сначала преподавали везде, все. Абдулла верования, Абдулла ведения. Там у нас нету попов, хотя они так называются, у нас есть Абдулла ученые. Они изучают Абдуллу, они университеты свои создают. Там что был, Абдуллу изучают. Там. У нас авторитет действует, церковь действует только не там не в тостоте пуза твоего нахуй, там, церковных чинах, а типа как ты делаешь Абдуллу путям, следуешь, как ты их изучаешь и там прочее. Вот Абдулла верования это. Давайте мы будем по 5 обзоров в день выпускать, по 10, по 100, может даже потом, пока по 100, наверное, не будем, а может и будем, потому что у нас есть одна такая, ну есть, планируем, никаких тормозов не будет, там шаг вдоль, точка, Абдулла.